Ведь давно мой отец под гранитной плитой, а над ним самолеты летают. Награжден он за подвиг был красной звездой. Может быть, он теперь это знает. И кровавых боев под Можайском, что шли в декабре 41-го года. На полях сотни русских солдат полегли за свободу и счастье народа. Защищали отчизну, родную страну, страшные схватки с фашистской ордою. И в боях за столицу России, Москву, под огнем погибали герои. А боец из санроты и ночью, и днем выносил на руках тех, кто ранен. И шинель багровела от крови на нем. Счет спасенных им роте был равен. Минометный обстрел и осколок в живот, нет ступни, челюстное ранение. Айзота строчит и строчит пулемет, от огня никому нет спасения. И теряя сознание, он вырвал чеку и послал свой подарок фашисту. Зод умолк, но о том рассказали ему много позже уже особисты. Рассказали о том, как спасли ему жизнь, что представлен к награде. Но снова он в санроте не может, как прежде, служить. По ранению был комиссован. Говорил нам при жизни об этом отец, вспоминал иногда, усмехаясь. Не щадили чиновники чьих-то сердец, ордена в фондах ЦАМа валялись. Его получить, принести на погост к обелиску. И отцу ее все же посмертно вручить, поклонившись за всех ему низко. Спит давно мой отец под гранитной плитой, а над ним самолеты летают. Награжден он за подвиг был красной звездой. Может быть, он теперь это знает.